Первый год обучения – один из самых важных и сложных периодов в жизни каждого ребенка. Школа требует от детей мобилизации интеллектуальных и физических сил. Первокласснику приходится привыкать сидеть за партой практически в одной позе, не отвлекаться и следить за мыслью учителя. Поэтому необходимо время на адаптацию. Первые 2-3 недели обучения получили название так называемой физиологической бури. В этот период на все новые правила, на все новые требования организм ребенка отвечает значительным напряжением практически всех своих систем. В это время многие первоклассники начинают болеть. Затем организм понемногу привыкает к нагрузкам. В среднем ребенок адаптируется к школе от 3 до 6 месяцев. В этот период очень важны поддержка семьи и правильно выстроенный режим. Важно помочь ребенку понять и принять позицию школьника. Чаще ненавязчиво беседовать с ним о том, зачем нужно учиться, почему в школе именно такие правила установлены, что будет, если никто не будет соблюдать данные правила. Можно, например, дома поиграть с первоклассником в школу. В период адаптации в поведении ребенка может появиться капризность, манерность или, наоборот, замкнутость и тревожность. Все эти внешние проявления начинают исчезать, когда ребенок привыкает к новым условиям. В этот период особенно важны взаимодействия родителей со школой. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.